Санта. Привет. У нас и коты сегодня. Ну что, у нас сегодня... Завтра, в общем, мы улетаем. Не люблю слово «последний», поэтому скажу так. Завтра мы улетаем. Мы только что ходили на GBR, покушали там бульончик, вернулись обратно на Blue Waters. И идем, оказывается, да, здесь есть, помимо наших апартаментов, ну, домиков с апартаментами, есть Caesar Palace. Это, получается, такой курорт, в котором есть гостиница, в котором есть люксовые апартаменты, ну и обычные апартаменты, можно сказать, они тоже люксовые. Мы там не были, это я смотрела все на сайте. Там в районе Цезаря есть бич-клуб. Мы сейчас идем туда. Я переписывалась с ними через WhatsApp. Мне сказали, мест нету. Но один местный человек сказал нам, что вы идите туда. Не надо с ними переписываться. Скорее всего, там будут места. И вот мы хотим попробовать, повезет нам или нет, попасть в этот клуб. Тут пляж есть. Получается, если нам не повезет, то мы тогда пойдем в бассейн, который находится на территории наших домиков. Сейчас покажу вам Caesar Palace. Он отличается немножко по строительству от наших домов, в которых мы снимаем апартаменты. Мы, кстати, не знали, что здесь есть Caesar's Palace, вот он называется. Пока мы здесь, мы как-то гуляли и не видели его, мы не доходили то ли, что ли. И вот смотрите, сейчас покажу вам, какой красавчик едет. Вот, смотрите, это Lamborghini. Это моя любимая машина. А я не поняла, споймала я его или нет, как-то он так проехал. Да, так, вот, в общем, это Цезарь. То есть, получается, мне кажется, что он занимает третью часть острова, да? То есть наши апартаменты, ну, наши постройки домов, там тоже их много. Делятся, кстати, дома по номерам. Вот, видите, апартаменты, вон там видно, что люди сушат белье. Иди сюда, Нютик. И довольно-таки большая территория этого Caesar's Palace. И цены здесь разные. На люксовые апартаменты цены выше. И... На обычные апартаменты цены дешевле, но, если честно, толком не получается посмотреть, потому что они почему-то заняты и дают только какие-то заоблачные цены. Cave Beach, вот здесь, видите, машины стоят. И сейчас мы попробуем туда попасть. Тоже здесь, видите, стоят всякие иномарки. Так мы назовем их. Вот Lamborghini Urus. Видишь, красненький, бордовенький. Да. Вот спорткар Lamborghini. И такой кабрио. Так, аккуратно. Да? Ой, да. Вот, видите? То есть Cave Club, Beach Club. Сколько ж входит сюда? Вход? Да. Сейчас мы узнаем. Мне, кстати, не ответили они. Купе. Они мне не ответили, сколько стоит вход. Они просто мне написали, что нет мест. Ну что, нам не повезло. Там столько народу. То есть это, получается, единственный пляж на Blue Waters. И стоит лежак 200 дирхам. Один лежак 200 дирхам. Но там есть 1500 дирхам. Это какие-то кабана. Ну, то есть видно какие-то, ну, как обычно, да, беседочки такие. Либо кровать накрытая, либо какие-то столики с диванчиками. 1500 дирхам стоит. Получается, что когда я переписывалась с ними, когда же я переписывалась? Пару дней назад, когда он мне говорил, что стоянут, есть свободные места на четверг. Но мы как бы в четверг улетаем, поэтому мы не стали бронировать себе на четверг. А получается, сейчас он мне сказал, что ближайшие, чтобы вы понимали, сегодня среда, ближайший свободный день это суббота. То есть выходит, что реально нужно бронировать дня за три себе лежаки. То есть я зашла к ним на сайт, там есть телефон WhatsApp, я там переписывалась, ничего сложного. То есть, а вот так вот, видите, все-таки нам местный человек сказал, вы можете прийти, но вот мы пришли,
а там все занято. Причем они его сделали очень таким стильным. Там огнетушители, Анюта заметила, был один Louis Vuitton, второй был Lamborghini, а третий был Gucci, да, Анют? Да. Ну, то есть, они там создали, там бассейн есть, я так заглянула. Причем он даже нас не разрешил нам зайти посмотреть. Я у него спросила, он говорит, сори, ну, нельзя. То есть, очень стильное место, как нам показалось, но забитое. Мы не были внутри, то есть, опять у нас остается на следующий раз это место. Ну реально, получается, остров не маленький, а пляж один, да? Поэтому мы идем к нам на бассейн. У нас, кстати, на территории нашего комьюнити несколько бассейнов. Получается, возле каждого дома бассейн. И есть один большой такой бассейн, который находится возле спортивного зала. И туда очень многие идут. То есть он такой побольше, там можно поплавать. Он такой красивый с видом. Он такой с обрывом. Там есть, где я достаю, а есть... Да, он такой и для деток, и для взрослых, теплый, вот, но мы можем пользоваться всеми бассейнами на территории, то есть любым бассейном, каким мы хотим. Вот, видите, тоже Caesars Palace, вот, заезжая туда машины, то есть в него есть вход не один, с разных сторон, получается, так как там и такие апартаменты, и отель, и вот такая вот аллейка тоже между Цезарем и нашим комьюнити. То есть реально получается, наверное, если так поделить остров на две части, да, одна часть идет вдоль набережной, там рестораны, и если поделить вторую часть, то половина занимает этот Caesars Palace, и половина занимают вот эти вот домики. Но здесь очень сложно найти жилье, ну как сложно, может быть заранее это и реально, но так как мы искали за там 2-3 дня, Анютик, сюда, Анютик, то получается, нам, я так понимаю, как бы повезло. Я забила на Airbnb без дат, просто Blue Waters, и дало нам эту квартиру, я посмотрела, что она была свободна со следующего числа, ну, то есть мы выселились сегодня, да, допустим, и нам надо было еще где-то одну ночь переночевать, и вот мы переночевали ее в Хилтоне, и потом заселились на Blue Waters. Мы просто очень хотели здесь пожить. Здесь своя аура. Спасибо. Здесь тихо, да. Тут свой такой жизненный баланс. Тут, ну, стильно, красиво, тихо, да. Я же говорила уже, это как какое-то такое местечко посреди громкого Дубая. Мы просто немножко уже подустали от этого шума. И здесь хорошо. Но здесь хорошо, мне кажется, еще вот кто на длительно приезжает. Хотя, ребят, тут так развита служба такси, что добраться в любую точку Дубая вообще не сложно, если вы без машины не арендуете. Где бы вы ни жили, карточка нужна? Даю. Вот здесь вот получается такие вот штучки, куда нужно прикладывать карточку. И открываются калитки. И мы заходим. Ну да, без карточки не зайдешь. Вот, смотрите, нашли мы бассейн, вышли. Какой вид красивый, смотрите. Да, пустой бассейн, то есть тут с утра как-то больше забито. Сейчас вот он такой длинный. Вот там есть место, где детки маленькие могут побегать. И вот такая, такой красивый вид на Персидский залив. А внизу вон спортивный зал вот там. Все, мы уже в бассейне плюхаемся. Вот началось. Давай плыви, 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 плыви. Все, молодец. Больше всего мне, конечно, тут нравится вот этот вот падающий бассейн. Вот, получается. Так лежишь себе и смотришь на красоту. Ну все, я иду к вам. Так, пришли мы на прощальный ужин, как обычно. Но он у нас необычный, потому что я сегодня не обедала. Я съела сегодня с кофе булочку и
мне не хотелось обедать. Анюта с папой пообедали, и теперь мне очень сильно захотелось кушать. И мы пришли в ресторан, никто не хочет кушать, одна я. Нет, это я хочу кушать. Но Анюта хочет просто кушать бульон, это в другом ресторане. Мы сейчас пойдем, просто мы на Блювотерсе сейчас остались, я уже не могла терпеть, у меня уже начал желудок требовать еду. И мы пришли в ресторан британский, называется он, а как он, они забрали у нас табличку? The London. The London называется. Thank you. И я заказала себе, сейчас покажу что. Так, смотрите, вот это вот лосось. Получается там картошечка и соус и горох. А вот это закуска. Это получается там тартар. Да, это тартар там внутри. Так все выглядит, так все красиво. Видите, как они его на камушки положили. Так вообще так красиво все выглядит. И нет, это чистые камушки. И заказали Анюте чай с ромашкой. Вот они принесли на таком большом подносе. Такой красивой чашке. В таком красивом чайнике и с сахарком. А папа наш заказал пэшн коктейль, да, но он, ну, это он безалкогольный, просто с, в общем, passion что-то... фруктом. Да, что-то там такое вкусненькое. Ну все, я буду кушать. Необычно у нас сегодня прощальный ужин. А потом снимем, что будет кушать Анюта. А? Ага. Да? Сухариками. Да, все, налетай. Так, этот ресторан Лондон, хотела сказать, находится ближе к колесу. То есть нужно пройти все рестораны. И хотела еще что сказать. Бронируйте столики, либо приходите раньше. Потому что реально сейчас вот подходит народ, и без брони столиков она всех отправляет. Мы пришли, нам повезло. Ну, мы пришли пораньше, видно, чем начинает здесь приходить народ на ужин. И она нам сказала, что у нас есть 2 часа. Как бы понятно, да, что мы тут покушаем быстрее. Поэтому, если хотите где-то вкусно именно поужинать, там часов 7 вечера, то однозначно нужно бронировать столик. И хотела сказать, очень вкусный тартар в трубочках. Это тартар из тунца. Такая необычная подача. И очень вкусно. Идеальная картинка. Идеальный вечер. Закат. Смотрите, как красиво. Шум прибоя. Вот пляж на закате, смотрите, как же красиво, какая красивая картинка. Все, вот мы спускаемся с мостика и идем на GBR. Так, и вот пришли покормить Анюту. Дождалась она своего бульона. Вот, так, а еще как будто бы а что там у тебя? Яички. Бульон такой, видите, прям наш бульон. Да. Яичко, фрикадельки. И вот с такими сухариками и зеленушкой, да? Сейчас посыплю зелень. Ну, нам нравится, да? Да, я люблю зелень. Да, это там, где я рассказывала в предыдущих видео. Вон там, Cheesecake Factory. Вот наш папа. И вот развлекательная зона. Ага. Вот. Любимая моя. Да, и получается здесь, да, такой ресторанчик. И вот здесь вот такой готовят вкусный бульончик, который мы приходим сюда есть каждый день. Повар. Да, русский повар. Каждый там день еще, приходим. Там есть кушать. Даже окружка и борщ. Ну, борщ мне не тепло. Да. Все. Вот такой у нас прощальный сегодня вечер. Угу. Завтра еще мы тут пообедаем. Мечтаем сходить поплавать. И будем лететь домой. Ура! Да, уже соскучились за домом. Улетать не хочется, но за домом соскучились. Я соскучилась за игрушками любимыми. Да. Так что все, на этой веселой, вкусной ноте мы говорим всем пока! Пока!